Здравствуйте, дорогие мои подписчики и все, кто зашел на мой канал. Сегодня я буду вам показывать украшения на продажу. Будет много чокеров и несколько бус, сатуар. Так что смотрите, делайте скрины, кому что понравится, и присылайте мне. Вся информация будет написана под видео. Так, еще хочу отдельно поблагодарить мужчин, которые смотрят мой канал. Им прямо отдельное спасибо. И давайте начнем. Вот такой чокер. Смотрите, камушки натуральные. Было написано, что это принит, но, не знаю, знатоки камней знают лучше, не буду настаивать. Здесь бусинки пластиковые с эффектом кошачьего глаза. И вот здесь такой трусик силиконовый, сверху обмотан ниточкой. Очень такое красивое, освежающее. Украшение 1000 рублей. Вот смотрите. Так, еще чокер. Вот такой. Здесь крошка клубничного кварца. Ну, здесь, наверное, попадается и арбузный. Крошка кварца, это 100%. Здесь вот бусинки стеклянные. Вот смотрите, цена 1200. Здесь вот силиконовый шнур. Фурнитура есть. И медное, и под серебро. Очень красивый чокер. Буду вставлять фотографии, как это смотрится на манекене. У чокеров везде есть удлинительная цепочка. Размер в среднем 45 сантиметров и больше. Так. Дальше. Вот такой комплект. Смотрите. Здесь три камня. Аметист, авантюрин. И вот точно не знаю, как он называется. Написано лимонный камень. Кварц это или агат, не знаю. Но все это натуральные камни. Вот смотрите. С прозрачным бисером. Здесь вот такие бусинки. Стекло. И сережечки. Швензы, крючки. Вот такие. Висюльки. Комплект стоит 1200. Вот такой комплект. Так, эти украшения у нас лежат. О них чуть-чуть попозже. Вот, смотрите, кому нравится, пишите. Следующий комплект. Вот, смотрите, камень, о котором я говорила. Цвет лимона. И сатиновое стекло. Очень-очень красивый вообще чокер получился. Украшение огонь. И к нему вот такие
суперские длинненькие сережечки. Вот фурнитура под золото. Смотрите, стекло блестит. Так, стоит чокер 1300 комплект. Вот смотрите. Так, девочки и мальчики. Сейчас. Следующий это вот такой чокер. Камень не буду утверждать какой, но камень натуральный. Очень красивый, кто любит. Такой вот бледно-голубой цвет. На камеру он чуть-чуть поярче, на самом деле побледнее. Здесь вот такие бусины. Очень красивые. И шнур силиконовый сзади. Вот. Такой он увесистый. Камушки тяжеленькие. 1100. Вот такой чокер. Смотрите, кому нравится, пишите. 1100. Очень красивый. Так. Следующее. Вот такой чокер. Индийский агат. Вот такая кружка разных цветов. Это индийский агат. Фурнитура медная. Здесь стеклянные бусины вставлены. Тысяча рублей. Так, теперь хочу показать вам комплекты. Так, это сет из трех наименований. Вот смотрите, как это будет смотреться. Вот такие сережечки. Вот видите, авантюрин синий, ночи Каира. Поближе как-нибудь. Вот смотрите, как блестит. И белый агат. Матовый белый агат. Начнем. Вот. Смотрите, какой жгут. Здесь синенькие бусины. Лазурита. Белый это агат. И прозрачные, как это, опаловое или опалитовое стекло, тоже бусины. Смотрите. Здесь я поставила вот эти синие бусинки. Вот, ночи Каира. И здесь белый агат. Вот, смотрите. Очень красивый комплект. Браслет. Можно на 16 одеть. И удлинительная цепочка на любой другой размер. Вот так вот. Тоже все натуральные камни. Вот. И сережки. 1500. Девочки, берите. Цену уменьшать не буду. Кому не нужен браслет, пишите. Будем минусовать.
Так что договоримся. Вот такой комплект. 1500. Еще один комплект. Сама нежнятина. Тоже из 3 единиц. Браслетик и сережки. Розовый кварц. Видите, но он очень бледный. Но это розовый кварц. Так, давайте рассмотрим. Жгут состоит из розового кварца крошки. Вот она большая. Вот таких зелененьких беконусов. И розовые такие же, стеклянные. Это все стекло. Очень нежный, нежный, нежный. И не передать. Здесь тоже стеклянные беконусы. Удлинительная цепочка, фурнитура под серебро. Здесь вот галтовочка розового кварца. Очень нежный. Камера не передает всего блеска и всей нежности. Вот смотрите, какой браслетик тоже, начиная 16-17. Какая прелесть. И сережки. Тоже стоит 1500. Пишите, если не нужен браслет там или серьги. Будем минусовать. И давайте перейдем к украшениям другого плана. Хочу показать вам сатуар. Вот такие висюльки. Начнем с подвеса. Вот здесь белый агат и гавлит. Использованы фрагменты разных цепей. Вот. В виде узелков, видите? Такие коннекторы и от цепочки. Вот так вот. А здесь сзади цепь. Длина 80 сантиметров до подвески. Это сатуар. Так что полноценный сатуар. И к нему еще идут серьги. Так, серьги. Сейчас я их найду. Вот такие сережечки. Цена за все 1500. Вот, сатуар. И сережки. Ставлю фотографии ко всем украшениям. Посмотрите, как это смотрится на манекене. Так, хочу еще показать вот такое украшение жемчуга. Здесь, видите, застежечка, цветок, подвеска. Здесь только искусственные две вот эти большие бусины. Это искусственный янтарь. Остальное все натуральный янтарь и вот эти проставочные бусины. Проставочные бусины гематита. Длина до застежки 44-43 сантиметра. И вот такая подвеска, она отстегивается. Можно носить как просто бусы, а можно носить с такой
подвеской. Тысячу 500. Вот такие бусики. И вот такие янтарные бусы. С такими бусинами. Вот смотрите. Фурнитура медная. Бусины тоже. Вот с патиной. То есть искусственные бусины. Смотрите. Необработанный янтарь. Такие крупненькие бусины. Длина этих бус, сейчас скажу. Пятьдесят сантиметров. Очень хорошая длина, кто любит янтарь. Так что смотрите. 1500. Так что цены у меня сегодня вполне демократичные. Так что, девочки, выбирайте вот такое украшение для любителей янтаря. Жемчуг. Сатуар. Комплект сатуара серьги. Два таких вот комплекта. И много чокеров. Вот. Целая куча, если можно так сказать. Вот, выбирайте, пожалуйста, пишите мне, отвечаю быстро, высылаю по возможности тоже быстро. Но сейчас выхожу на работу, будет, конечно, не так. Так что, ну, буду стараться для вас. Пишите мне, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду все читать, отвечать на каждый комментарий. Спасибо всем, кто заходит на мой канал. И до следующих встреч. И еще хочу сказать, если что-то будет с Ютубом, у меня есть канал на Дзене. Пожалуйста, переходите, подписывайтесь на мой канал. Там я выкладываю тоже такое же видео. Вот, чтобы мы не потерялись. Переходите на Дзен. До новых встреч!